Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Россию» в Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, чтобы быть в курсе происходящего. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. И снова прошу прощения у зрителей. Пропал довольно большой кусок игры. Дело в том, что в конце прошлого видео был вылет кого-то из игроков, мы долго там пытались загружаться, и, как это часто бывает, я включал-выключал запись видео, и в итоге оказалось, что она не включена. Ну, потому что я это делаю горячими клавишами, и не всегда, к сожалению, во время игры видно, включилось или нет. Когда я пошел проверять, работает ли запись, я увидел, что нет, и вот только с этого входа включил продолжение. Поясню, что интересного было. Да, я захватил византийца, но это на самом деле было просто, потому что у него не было морских юнитов вообще. Он строил только наземное и воевал с австрийцем. И вот именно из интересного было то, что Византия и кельты говорили мне, что я неправильно поступаю и своими действиями даю выиграть австрийцу. Индус в этом плане занял нейтральную позицию. Я же считаю, что играть надо не от позиции, кому ты даешь выиграть или проиграть, а от позиции, чтобы ты мог победить в этой игре. И, собственно, никаких других вариантов, кроме захвата Византии, для того, чтобы остаться на уровне и получать хоть какие-то бонусы и пытаться выиграть, я не видел. Собственно, если вы думаете, что есть какие-то другие варианты, то пишите в комментариях, предлагайте, как можно было играть по-другому. Я увидел эту возможность, ее воплотил. Обсуждение, естественно, будет в конце видео. Помогло мне это или нет, смотрите дальше. Меня кто-то слышит? Да, я не знаю. Вроде как пропустили, но это, как говорится, бывает. Мне просто в каждом городе это ничего не строится. Что-то индус все строит. Ну что, Леш, я думаю, поддержишь нашу идею, чтобы не проводить свободу. Иначе мы действительно индусу сейчас ничего не сможем противопоставить. Я тебе готов уже люкс дать, алмазики. Да, пропустили ход. Я рабочим точно помню, тогда ходил. О, Леш, ты нас слышишь, нет? Да. Что думаешь? А что, ваше голосование зависит от того, что я скажу? Да. Ну, там мы-то, как говорится, голосуем за свое, за отмену, понятно. Ну, отлично, голосуйте. Зачем вам меня слушать? Ну, сейчас все зависит от тебя. Я знаю. Но все равно танки открыты. Компьютеры вообще охренеть можно. Компьютер открыт уже? Да. Да ладно. Индия проголосовала за отмену мировой религии? Линдекс, ты чего? Проснись. Да. Слушай, ну у нас же научный договор был. Да. Все объявили. Расстроился. Да нет, он сам объявил. Ну, говорю, расстроился. Да. Вторая мировая у нас снова началась, тогда мы воевали. Сейчас. Он теряет бомберы вообще. Mm-hmm.
А в воду зачем ты танки спускаешь, скажи мне? Ну их так же легче пробить. Может, ему играть надоело? Иди играй в Ватикан местности все. Точно, я и забыл. Снова лагерь появился. Где? Беженцев. Это ниже Ватикана на море. Выдвигаюсь. Ты Ватикан берешь? Да, самолет прокачиваю. Было там холмов побольше, а так город какой-то беспонтовый. Два холма. Но я бы не хотел, чтобы это его брал. Не, естественно, мне он тоже нафиг не нужен по той же причине. Thank you.
О, уже и лазеры открыты. Блин, вообще быстро так все. Если стрельнешь там по пехотинцу, то я разберусь с лагерем. Он вообще воюет? Да, у нас тут война. Полный вход. Стряк, денежка не поможешь? Сам ты грабишь. Да, у него самого. Так, я уже все пограбил тут. У тебя будет так вот. Государство. Thank you.
устал от войны. Да мы не воюем как-то. Я не знаю, о чем мне вообще объявил войну. Индус. У нас вообще никаких боевых действий не идет. Пограбить там Сидней и Братиславу. Да ну. Там просто кельт уже берет города индуса. Я не думаю, что в данной ситуации индус главный. Вообще я бы так сказал, чтобы они между собой воевали просто вдвоем и все. Ты именно клетку Никея выкупила, там, где у меня дорога была проложена. Из-за этого разграбил мой торговый путь, типа. Бабки на счет теперь не поступают. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Забронировать отель, узнать все про музеи, найти, где перекусить или, например, отыскать на огромной ВДНХ в Москве работающий туалет. Вы уже догадались, какое приложение поможет вам? Да, 2GIS. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте. 2GIS, если быть точным. Мой первый. Ну, я от индуса стою на 3%. Ну, на роботехника ж уже двое открыли. Ну, там уже сразу икскомы. Да ладно, ты тоже рядышком. Решил крепостями отжрать мою территорию.
как-нибудь на карту посмотрю. А я думал, там твой город, а не Паталипутра вот это. Туда ж хрен пройдешь. Я у этого индуста самолетов не вижу. То Сириуса вижу.
Так, кто-то вышел в XCOM, и кто-то в стелсы. Или это все один и тот же человек, да? Ну, судя по науке, это один и тот же человек. Да вы там рядышком идете. Что тяжко сейчас. Тяжкие времена у меня начнутся. Ну, как всегда. Тогда редекс с оборонкой. Согласен? Отлично, на кого из вас напасть? Ну, со мной у тебя оборонка. Так что. Ты в этом уверен? Да. Или нет, не знаю. У меня ни с кем нету оборонки. Это ты у нас любитель в конце оборонки позаключать. Странно, вы вышли в XCOM со стелсами и замирились. Типа кто первый на финиш? Наконец-то я успел. Да, Леш, у нас оборонка, которая закончится на 204 ходу. Смотри, закончит на сделках. Эх, не надо было с тобой мир заключать. Thank you.
со мной ты мириться не хочешь, Итекс? Сейчас к тебе прилетит Икскомуми. Капец, куда эта твоя Никея тянется? Почему она захватывает там клетки? Thank you.
Подождите, а он же строил союз или нет, этот? В чем ты построил индус? Или мне показалось? Тебе показалось. Лего ровно ждал 190-го хода, да? Ну да, соблюдая правила. Молодец. Что это мне показало, что лагерь варваров в отделе появился? Я даже честь не принимал. ГГшка, значит, хочет? Слушайте, а если в один ход два великих человека рождается, как определяется, какой из них будет? Рандом? Ну, наверное, что-нибудь прописано по ID, идентификатору. Что по городу? То есть то, что в столице, то важнее или что? А, окей. Я, собственно, так и думал, что-то... Если в одном городе. Нет, такое редко бывает, что в одном. Ну там инженеры и ученые должны появиться. Раньше вот до патчей можно было сразу двух получить. Было раньше, то есть наоборот все так специально подгадывали, чтобы два родилось. Но потом эту фигню убрали. Thank you.
Слушайте, а чего византийцы только сейчас поставил Константинополь не на реке внезапно? Отошел две клетки куда-то? Может, он вообще справа появился? Хотя фигня полная тогда. Должно быть железо. Железо и лошади. А он стоит прямо на железе. Значит, он где-то недалеко отошел. Слушайте, ну смотрите, ну вот как все-таки важно, оказывается, если долго играешь, чтобы у тебя города на воде были. На реке, в смысле, на реке. Да. У меня нету ни одного города на реке, и смотрите, как я отстаю по ученым. А у меня тоже нет ни одного. Ну, у тебя количество городов, извини, в три раза, наверное, больше, да? Ты веры много вычитал. А у меня три города, и ты мне не давал еще больше захватывать, типа. Ни одной реки нету вообще в принципе. Все как реки тут? У вас три. И у Индии, и у индусов. Индусы все тоже города на реках стоят. И набивать ученых... Это большая река. Мне надо было раньше византийца путь захватывать. Всю игру не могу тебя догнать, Серёз, по промке. Как улетел? Ну что ты хочешь? Воля. Ну как ты его можешь догнать? У него 8 или 9 городов. А у тебя сколько? Изначально 4, наверное, да? И еще и там захватил ты. 3, потом я один поставил, он вялый до сих пор. Интересно, взял индус покупку частей? Частей. Покупку частей. Ну, денег много. Ну, прилично. Следующее доказательство было совсем иным.
поздравляю. Спасибо. У нас пополнение. Обалденная карта, конечно. То есть два континента, соединенных зигзагом. В принципе, если посмотреть, то на букву Ж карта тоже похожа. Я вот не понимаю, каким образом австриец ты отстаешь по науке, имея у себя Австрию и Пизанскую башню, и рейки, и прочее, прочее. И горы. Ты тут должен был улететь по науке просто как метеор. Четы у них просто. Нет, это что-то ты не то делал. Я понимаю, вот как индус с кельтом уехали, а вот ты что делал? Почему я до сих пор здесь и не улетел? Может, моя эпоха еще настанет когда-нибудь. Слушай, ну вот ты обогнал Сириуса по промке. Потом да. Просто свою упустил. Твоя мечта сбылась. Я эту построил. Можешь выходить из игры. У него, видать, золотой век наконец-то закончился. Да, это правда. Ну вот, а мой идет еще. Я последним по населению стал. Неожиданно так.
Вау, стряк. Теперь ты первый у нас улетаешь. Все рацики позакрывали вы уже, не даете. Один я только, видимо, не закрою. Не думаю, что мне это поможет. Вы поняли, о чем Литекс говорит? Не. Леша, ноль армии, классно. Зато плюс 100 колды теперь вход. Вообще не нужно. Зачем ты побежал овец обрабатывать в Никее, который там в пятом радиусе, или в четвертом? Я не овец побежал обрабатывать, а дорогу удалять. А ты следишь за мной, да? Да нет, просто туда смотрел. Нет, ты следишь за мной? Yeah. Нет, ты следишь. Попался.
А что, никто ни одну деталь так и не построил? Или все прячут просто ее? А нафига? А смысл? Блин, я помню времена, когда, типа, 230-й ход улет наука, это было очень-очень быстро, типа. А сейчас вот мы играем, я думаю, так 205-й, 210-й закончится игра. И наоборот, ощущение, что как-то долго. Я уже давно спать должен был. Да ты уже и спишь давно, я думаю. Мы тебе снимся. Что тебе снится, крейсер Аврора? А, вот зачем ты Сидней захватывал. У него же есть морские города. Нет, ты не понимаешь. Сиднейская опера без Сиднея. Действительно, я не понимаю. Легу, а ты знаешь, что не обязательно все города железной дорогой соединять? Так быстрее ж бегает. Да, тебе это надо? Как бы не помешает. Ясно. Никто ракетку не запускает. Зачем? Поднять панику. Наверняка, что у всех есть. По одной хотя бы.
Мне не очень понятно смысл это вот сейчас скрывать. Вот что сейчас будет? Как бы все понятны примерно на каком уровне в технологиях, где кто находится. Не, ну капец, конечно, если не 64, я еще столько не был, чтобы 64 ляма было. Тридцать пять, тридцать один, Мумбаи, блин, как Дели уже выросли. Конечно, отъел незнатно ты их. Знатный едун. Ох, надо поглядеть на карту. Что она из себя тут представляет? Да, Новгород, конечно, печальный городок. Да, у меня тут все печальные городки. И вот что ты мне предлагал? Прагу взять? Сидней взять? Ну, я бы брал Сидней с Братиславой. Сидней и Братислава, может быть, я, может быть, не буду спорить. Но это бы напрягло индуса. Ой, мне намного было проще византийца забирать. Ну, Варна это вообще ни о чем не город. Кромки, блин, ноль. Никея, да, тебе дала караванчик. Как это называется? Ну, я Варну захватил, то есть она первая просто. Я захватил, начал сжигать. Потом мне пришлось оставить, чтобы... Ну, лечить юниты, как опорный пункт. А потом, в принципе, тут три какао, уникальные для меня... ресурсы, я еще им торговал со всеми. В принципе, неплохо. Но вообще, место у меня очень странное. К сожалению. Я бы играл бы в волю, как ты. Если бы было место, куда города ставить.
это должок. А то мне деньги очень нужны. Я честен. Индус-то деньги куда-то тратят, да? Прям интрига в конце игры. Кто первый откроет физику элементарных частиц? Что за предложения такие странные? Ну вот так вот. Литик, сколько там у тебя ракет? Покажи хоть одну. Я думаю, тут Сириус улетит. У него и производства больше, и науки больше.
петрохолмы обрабатываешь. Капец, ты снова выкупил клетку именно и разграбил мою дорогу. Ну это вообще. Чё там радиус собрал клетку? У меня ж анкорват. Я клетки скупаю. И плюс еще уникальное здание тоже. Вот поэтому, блин, у России, когда так мало клеток для обработки, это трындец какой-то. Это подстава просто для моей нации. У меня уникальное здание заточено на то, чтобы клеток кучу скупать. А у меня получается вода сплошная. Почему у индуса с австрийцем вот такие места, а у нас с кельтом вот такое, вот такая хрень узкая? Не, ну что это вот за зигзаг вообще посередине карты? Что это за... Для Полинезии сделано было. Сириус интонацию выбрал. Да это для англичанина было сделано. Как он, блин, слил, я не знаю. Но он коррекцию поставил там, где мой стоит Дуглас. А если он поставил бы там, где мой Кардив стоял бы, то он бы отбронялся бы. То есть он не успел второго посела сюда поставить. Да, ну, больше всех, конечно, лягу добавил деталей. Целых две! Просто никто не показывает. Целых две! Не, я следующим ходом добавлю. Летел, что ли? Да, ладно, одну детальку построил, и все.
что-нибудь за детальку уже построить? Тебе нет. Еще одна. Зеба. ГГ. Да ладно. В итоге все-таки Австрия улетела. Да. Не, ну очень странная игра. Вот, не знаю, с моей стороны как-то все очень странно выглядело. Нельзя даже что-то обсуждать. Я не знаю, что я тут мог лучше сделать, например. Я бы Братиславу брал точно две этих ГГшки, потому что действительно некуда сидеть. Если я беру Братиславу, то у нас война с Индией, вот и все. А так как мы оба так не особо развиты, мне надо было, если единственное, что раньше на Византию идти. Я там немножко что-то в нижние ветки пошел. Надо было просто тупо в верхнюю, прям конкретно во фрегаты, там, Голиас. Я мог бы ходов на 25 раньше приплыть. Вот. И мне действительно эти города так нормально помогли, только я очень поздно их взял. Вот и все. Что, инженер, да? Инженер покупал сферы. Или последний? Ну да. Я и ученых покупал. Потом уже на ученого надо было там больше 3000, сколько там, 3 с чем-то. У ученых-то и я. Поэтому я купил двух инженеров. Последнюю деталь я двумя инженерами построил. Там одного тратил. Там два. Мне еще оставалось два хода, по-моему. Ну, да, два хода. Мне там повезло и ученый, там все появилось. И инженера я купил. О, слушай, а что произошло, что у тебя в последние несколько ходов наука прям раза в три? Ничего не происходило, я специально. Нет, у Сириуса. А я удалял. Лабы, все это удалил. Ну, я все открыл, поэтому я все это удалял. Ясно. Классно тебе. Да, ну, не знаю, Линдекс ничего не скажешь, да? Все-таки кофейня с пиццей дали свое дело. Да, кофейня, пицца, местность, ну, блин. А вот ты то, что говоришь, Сириуса пришел византийцу мешать, я просто уверен, что австриец бы просто его забрал полностью. Так хоть у меня эти города остались. Ты бы должен был вмешиваться. И действительно, фрегаты тебе надо было с самого начала. После астрономии открывать фрегаты и уже плыть. Да, ну, так. Во-первых, я просто не знал, как вообще все расположены. То есть оказалось, византиец так отлично расположен, и он даже ничего не плавал, никого не искал, ничего не смотрел. Не знаю, на что он рассчитывал. Вот. Только его и мне и можно было забирать. Забирать города-государства рядом с Индусом, так Индус бы обратно их отбил. Думаю, может, ну не знаю, может, с тобой повоевать можно было. Ну, тоже так как-то... Что, Нант получить? Зачем? Зачем мне вот Нант? Ну, да. По-хорошему. Что он мне даст? Тоже это отбить могу легко. Не знаю. Города без рек, ни одной реки вообще нету. Ну, клеток для обработки нету, вообще ничего нету. Сиди. 260 культур вход выжил. Ну это так. Хоть что-то. Реки были и горы. Я еще города поставил. У меня между первыми тремя городами, между ими всеми, было по три клетки. В одну, в другую, в третью сторону. У тебя вообще такое шикарное место для развития. Тебе никто не мешает.
У тебя горы есть, так у тебя реки есть. Я поэтому и клепал тупо в начале игры одни чудеса. Я смотрю, вообще никого не нашел. И думаю, построю Библу, потом построю Артемиду, потом думаю, вот так раз Артемида, значит, сейчас еще и сады. Я еще и Петру хотел. Думаю, это уже будет перебор. Петра тебе как раз таки нужна была, как дуб караван. И ты вот, Сириус, между прочим, ни разу так на австрийца не напал за всю игру. Ни разу. Это вот, ну, повторяется, ты вот постоянно пытаешься на кого-то напасть, на других людей, а выигрывает человек, на которого ты ни разу не нападаешь. Ну, австрийец просел в середине игры, я не думал, что он так быстро догонит. Даже вот в этой космической гонке он до последнего там... Все равно я так его Так я там и не просел, я просто спецом сидел сзади. У меня была куча веры, чтобы покупать ученых. Просто вот, кого пооткрываете техи, чтобы они были дешевле. А у тебя что, не было веры, что ли? У меня была вера, я купил ученых, но у меня инженер уже, я не могу покупать. А, ну да. Вот в это все и решилось. У меня был бы инженер, конечно, с этого. Я решил рацик закрыть, мне буквально одной политики не хватило. Ну, если бы не хватило бы, я бы взял инженера. Тоже дебильно. Я вот как бы не очень понимаю до сих пор эту логику баланса, что с традиции можно покупать инженера за веру, а с воли ничего. Типа халявный человек так дается. Нифига себе, типа халявный. Там мало того, один. Что он один, да, так он еще и на эти, на ползунки влияет. И ты ничего еще дальше за веру покупать не можешь. Класс. Прям халява из халяв. Ну, типа предполагается то, что у воли должна быть своя промка за счет количества городов и всего остального, а традиция как-то должна инженерам покрывать. Но только эти там инженеры-то идут на космические детали потом. Вот именно. Вот именно. Не знаю, странное вот это ограничение, но... Судя по тому, что в шестой цеве обещают, там будет это все поинтереснее немножко. Правда, там с великими людьми не особо пока понятно конкретно, но там немножко разные механики другие будут. Ладно, давайте, спокойной ночи. Здравствуйте, спокойной ночи, спасибо за игру, пока. Пока. Давали будет, видишь, выиграл, стоило отклониться от режима. Да, как я теперь завтра заниматься буду. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится, и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.